Всем привет! С вами Арсплюй, Попудуй. И у нас летсплей. Ваш любимый, самый любимый летсплей во всем мире. Во всем мире. Так, давайте посмотрим, что у нас будут пикать враги. И потом мы что-нибудь придумаем. Так. Кстати, это обновленная дота. Сейчас я вам покажу, какие изменения. Не все, конечно, но... самые важные. Так. Все, пик врагов мне, в принципе, ясен. Они не пикнули ни одного героя, у которого изменили скиллы. Например, сейчас стало модно пикать Рики. У Рики теперь инвиз первого левела. Потом стало модно пикать от ПЛ, Фантом Лансер. У него тоже изменили скиллы. Будет Бутсики, тоже скилл изменился. Если бы ПЛ был у врагов, я бы пикнул бы Шейкера и показал вам, как играть антипик. Но ПЛ у нас. ПЛ у нас. Такой звук, это часы тикают. Они, может, тикают? А, все. Ну ладно, пофиг, давайте я вам покажу кое-какую игру. Интересный вариант игры я вам сейчас покажу. Ой, интересные. Что же... ой. Столько много у меня денег остается. Ну, ведь опять же изменилась стоимость чего-то. Так, что я вам хочу показать? Я вам покажу морфа танка. Да, танка. Мы не будем собирать морфа в кэрри, мы будем собирать морфа в танка. Это опять же ваша любимая уникальная раскачка. Оригинальная. Я такого еще ни разу не видел в доте, что кто-нибудь собирал морфов танка. Но мы соберем почему? Не просто так, потому что там захотелось любого героя в танка. Нет. Потому что у этого героя есть расположенность к тому, чтобы быть танком. Во-первых, у него есть перекачка в силу. Вы можете сказать, типа, она нужна, потому что у нас есть перекачка в ловкость. И нужен баланс туда-сюда. Быть может... но у нас есть также и второй скилл. Второй скилл, он зависит как от ловкости, так и, внимание, от силы тоже он зависит. Вот пускай идет на мид. То есть, смотрите, если у нас на 50% будет больше ловкости, второй скилл наносит максимальный урон свой. Но, если у нас на 50% будет больше силы, второй скилл наносит максимальный стан. В итоге, на 4-м левеле у нашего морфа будет стан 3 секунды, у которого КД 10 секунд. Вот такие вот дела. В принципе, я уже играл пару игр с такой раскачкой. Минус в том, что, видите, вот, ваши союзники не понимают, что вы хотите делать. Поэтому желательно им как-то говорить или писать, но у меня мут. Чтобы они понимали, что вы не будете в кэрри собираться, что вы будете собираться в танка. Но эти игры, да, выиграл. Само собой, у нас не будет такой убийственной статы. Нет, у нас будет такая, более-менее нормальная стата, примерно 5-5, вот такая вот будет. Потому что мы будем танковать, нас будут убивать. Пошла сюда, мразь. Ну, видите, у нее дальше это говно. Да, у нее дальше. Ну, вот преимущество этой мрази есть. Ну, пускай пушат потихонечку, пускай. Пускай пушат. Нам самое главное сейчас получить левел и все. Ну, здесь, конечно, мы даже не подойдем к ним. Не подойдем. Ну, ничего страшного. Не такое говно выигрывали, не такое говно, поверьте. Опа, опа. Сейчас пойдут в лес. Ну, мы сейчас его не убьем. Рано. Вот, теперь можно спокойно, абсолютно без напряга пофармить. Главное, чтобы хотя бы еще крипов убивать. Будет вообще забавно. О, молодец, 0 крипов. Вот такими темпами потихонечку фармим. С нами стоит Пудж. И срать на него я хотел. Все, мы будем прокачивать первый скилл, делать на него акцент. Опа. И второй скилл, чтобы у нас был хороший микростан потом в итоге. Не микростан, а хороший стан. Это будет полноценный стан, 3 секунды. И у которого КД 10 секунд. Это же просто офигенно. Да что ж такое? Я вообще фармить не могу. Дайте мне пофармить, ублюдки. Твари тупые. Ну, видите, какая анимация убогая. Очень долгая анимация, пока он размахнет это говно свое. О, первый крип есть. Начало положено. О, второй крип есть, отлично. Ну, видите, конченая тварь. Ага, ага, и что еще? Что ты еще можешь, да?
Не, крутая, крутая, крутая. Видите, когда вам тяжело фармить, ну, все, что нам остается, это получать опыт. Будем получать опыт. Пока мы не будем качать перекачку, потому что смысла от нее нету. Ага, хороша, хороша. Наглеет, конечно, вообще по полной, но потом мы этой дури жопу порвем. Ну, не мы порвем, наши союзники. Мы будем танковать, а она будет делать сосо по Швеяшвили. Да, 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 еще, еще. Ага. Ой, какая красотка! О! Как дошло до станов, так все мимо. Ну, как всегда, в принципе. Отлично. Ну, давайте порегенимся. Порегенимся. О, тю-тю-тю! Хорош! Хорош! Кстати, один наш пуч. А, он просто ушел. А кто сдох-то первым? Опа, почти, ладно. Не, нам, в принципе, так нормально постоять. Я говорю, самое главное, опыт получим и все. Ну и срать. Пофармить нормально не сможем в любом случае. У нас целых 4 крипа. Да, крипстат говно, согласен полностью. Крипстат говно. Окей, ладно, да. Опа! Ой, нету крипа! У него сейчас так будет жопа гореть, вы не представляете. Так будут бомбить у него пуканчик. Так, давайте крипов на себя. Ну, видите, да, преимущество этой твари есть. Конченое чмо нулевое. Которое даже станом попасть не может в упор. Инвалида кусок. У него преимущество есть. Дальность атаки. Дальность атаки. Собираем мы зеленый тапок. Он нужен нам именно для нашей раскачки. Именно для этого, который я хочу вам показать. А, и чё? И чё? Ну и чё? И чё? Пошла в жопу отсюда, мразь. О, наш пуджик пришел. Наш друг пришел. Оп. Хорош, 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 хорош. Хорош. Ты про, что ли? Ты про? Нормально. Потихонечку фармим такими темпами. Ну, почти добил. О, да, да, убийца. Нас, видите, кромсают. Сейчас, кстати, пуш здесь вообще ничего не сделает. Вообще ничего. Отлично, убил крипа. Даже если он попадет хуком, ну мы вряд ли кого-нибудь убьем. Так ходит такой наглый. Ха! Ну мы поняли, да? Он, наверное, хотел засейвить своего крипа. Прокачиваем дальше первый скилл, чтобы у нас уже был дамаг. И, в принципе, давайте вызовем курицу, у нас уже будет... Почему зеленый тапок? Я вам расскажу, да? Я думал, какой тапок собрать. ПТ не смысла, потому что мы будем собираться в танка. То есть, в итоге, мы просто перекачаемся полностью в танка. У нас ловкость будет нулевая. Еще раз говорю, что я уже это все делал. Я прекрасно знаю, как это все работает. Это не стандартная, еще раз говорю, раскачка. Мы просто с вами будем экспериментировать. Тем более, это летсплеи. Ну, видите, да, какая у него скорость, какая у меня. Что ж я постоянно играю такими героями тормозными, не понимаю. Так вот, мы потом с вами потом перекачаемся, и поэтому ПТ нам не нужен. Скорость атаки нам тоже вообще не нужна. А вот польза зеленого тапка есть. У нас будет много ХП, и нам нужен будет реген этого ХП в итоге. Это во-первых. Во-вторых, у нас будет скорость бега. Вот это хорошо, кстати. Ух ты, какой-то крутой. Ух ты, какой крутой. Вот тот. А вот это, кстати, крутой чувак. Это Гунгер? Ха-ха-ха-ха! Пока! Ладно, попрощаемся с этим инвалидом, а я пока пофармлю. Пока просто пофармим. Я думаю, мы сможем уйти, если что. Не, наглые твари, конечно. Так, давайте добьем. Просто наглые, прям уже под вышку лезут. И заметьте, никакой мидер сана не придет вам, не поможет. Не поможет никогда. Давайте качнем ульту. По-любому, где-нибудь здесь они бегают. Все, появилась у нас ульта. В принципе, уже можно будет... ее юзать. Великолепная вещь. Давай, детка, пошли. Давай, пуш. Пуш, давай. Давай. Давай, пуш, ты сможешь, чувак. Не надо, пожалуйста, не! Вот наша ульта в действии. Да, прям с первого левого, когда вот качнули ульту на шестом, и сразу же ее юзаем. Всегда помогает. Например, вы можете сразу отправить ее на варды там куда-нибудь. Или сразу разводить. То есть я мог на ульту развести спокойно их. У них, видите, нет ульты. Кстати, у нее 5 левел. Прикиньте, она меня шугала, и у них обоих 5 левел. Два инвалида. У нас работает тапок. Но я сказал, почему тапок. Во-первых, реген, который нам нужен будет из-за количества ХП. Во-вторых, это скорость бега. Это очень удобно.
Потому что он сам по себе очень медленный, это, конечно, бесит нереально. Все, нормально. Все, мы фуловый. Так, говорим, что ушел Мипа, хотя можно было не говорить, нам не говорили. Ага, жестко, 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 жестко. Не убивай меня, я обиделась. Нет, это другая песня. Еще пушечмо стилит моих крипов. Иди убивай его. Так, 500 голды. Что же будем собирать сейчас? Сейчас я вам скажу, если мы начнем нормально фармить. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Мы сейчас будем собирать Blood Mail. Да, господа, именно сейчас будем собирать Blood Mail. Во-первых, когда мы сделаем полностью перекачку в силу, у нас будет броня просто нулевая. Ну и давай подеремся. Ну давай, говно. Пошли, пошли, пошли. Давай, чувак, давай. Отлично. Так, минус один. А ты куда, детка моя? Ты куда, чмо? Ты куда? Ты куда? Ой, кто-то сдохнул. Ой, кто-то сдох. Это, знаете, абсолютно стандартная ситуация. Абсолютно. Как всегда. Наглели бомжи. В итоге... Пашвешвили сделали. Все. Идем вниз. Так. На халяву убили двоих бомжей. Мне дали один килл. Пойдемте какой-нибудь погангаем. В принципе, можем погангать. Пока мы перекачку не делаем, потому что у нас нету Бледмейла. То есть нам будет актуально перекачиваться именно когда будет Бледмейл. Чтобы уже быть жирным и принимать в себя дамаг. Я вам покажу, я говорю, тактика реально очень интересная. Особенно если вы будете играть там с друзьями по скайпу. Тактику вообще офигенно можно развивать. Кстати, там внизу хорошая еда. Очень, очень хорошая. Поэтому пока мы не перекачиваемся, у нас тем более будет как раз ловкость для атаки. Второй скилл пока дамажить будет. О-о-о. Нормалек. Ну, донная магина, что сказать, просто донная. Ну давайте, давайте, давай, желтое говно, иди. Давай, шмара. Че, кончилось? Нет, нет. Ну давай, говно, подеремся. А, ты здесь проход сделали, твари, а? Ну ты сдохла в любом случае, дура. Чмо обоссанное. Пока. Нулевка. Ха-ха. Сейчас наливанет. А наливанет. Ну-ка, подождите. Смотрите, да, что я нашел. Если мы берем этого героя, видите, я не вижу, какие она скиллы прокачала. Но если я делаю репликацию, я вижу скиллы. Видали, да? Чит. Не, реально, я раньше не замечал этой фигни. Перекачку пока не будем. Давайте уже на 9 левеле сделаем перекачку. Потому что нам актуален и второй левел, и перекачка одновременно актуальна. Чтобы уже был максимальный стан сразу. Прикиньте, 3 секунды стан, каждые 10 секунд. Так, мы сейчас, в принципе, можем попробовать напасть. Нам нужно 265 маны. 265. Так, я завис. Это нормально, абсолютно норма. Пинг по-любому, наверное, около 600 тысяч. 144, ну ладно. Так, 265, давай, братюня, 200, отлично, все, есть у меня мана, если что, мы сможем сделать волну, я волна, и сразу второй скилл замутить. С помощью, кстати, ульты отлично разводить бомжей, я вообще обожаю это делать. Но мы будем использовать ульту с умом, я вам потом покажу, мы будем танковать, и при этом с помощью ульты мы будем уходить. То есть мы впитаем в себя кучу говна, да, кучу дамага. Питаем и просто будем уходить, хилиться. Я говорю, тактика уникальная. Посмотрим, что получится в итоге. Ну давай, говно. Пошла отсюда, чмошница. Пошла отсюда, псина. Давай, давай. Опять мало маны, мало. Пускай там сами с собой дерутся. Нет. 265, нормально, будет мана. Само собой, нам не поможет. Никакой мидер саный нулевый. Просто бесполезный. Он никогда нам не поможет, потому что он ДЦП нулевое. ДЦП. Все. Опять, видите, опять врубился у нас реген. То есть все идеально продумано. Все, подыхай. Ты еще не сдох, что ли? Странно. Я думал, он уже сдох.
Давайте пофармим. Оп, надо немножечко еще нафармить. Но здесь, конечно, тяжело будет пофармить нам. Эх, 19 крипов. Мало, 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 мало. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. На 9 левеле я уже думаю, качну я перекачку. Пора уже. Спасибо, братюня, помогает. Так. Нет, никому не достался, ладно. 850. О, наши двое сдохли. Ха! Давай, братюня, живи. Не, жопа мне будет, не переживу. Да. Мне будет жопа. В итоге минус 4. Аплодируем, говорим спасибо абсолютно нулевому инблокеру 2-3 и антимагу 1-4. Хлопаем в ладоши одновременно. Но все равно у нас есть тоже герой типа ПЛ, которого очень сильно подняли. Но у него ни одного итема нету. Ну, может быть, что-нибудь придумает. Хлопаем нулевому инвокеру. Я, кстати, обожаю таких инвокеров. Вообще нулевый. Просто кусок ноля. Нуля. Кусок нуля. Ну и пуш, это сами понимаете. Пуш это пуш. Пуш это пуш. Пуш, стандартный пуш. Такой стандартный пуш. Срать, пускай они там дерутся, подыхают. Да срать я хотел на них. Дауны вонючие. Прикиньте, мипа. Мипа фидят. Трое сдохли в секунду. Просто ДЦП. Это стандартная тима, абсолютно стандартная. Ну давай, братюня, пошли. Давай, больше, больше, молодец, красава. Ага, больше скиллов. Не, нормально, нормально, только начало. Сейчас пока мы стараемся на фи, как наша тима. 0-5, 1-5, 2-4. Стандарт. Но в любом случае, мы не будем сдаваться, пока я не начну нормально перекачиваться. Видите, я не могу даже левел поднять. Не могу его поднять. Нет. Кстати, надо было начать... А, я как раз в начале победу не пожелал. У меня было 7 подряд побед. Ха! Так что, если я проиграю, я не потеряю ничего. Вот так вот. Но мы не будем сдаваться, будем пытаться делать. Они просто, видите, почему убивают? Они толпой нападают на одного. Вот пуш, саное чмо. Просто чмо гнойное. Саное гнойное чмо, не более. Тварь тупая, 0.6 на фидео за пуджа. 0.6. Убийца. Да. Ну, у меня доживил. Сейчас опять минус 3, потом меня убьют. Хм. Что за тима инвалидов, а? Абсолютно нулевой инвокер, просто нулевый. Ни одного скилла нормально не может дать. Бесполезный кусок говна. Давай, давай, давай. Ох, красавчик. Жёг маном, да, наверное? Но это все решает, в принципе. Нам нужно фармить саны Бладмейл. Дайте мне пофармить, ублюдки. Да хрен тебе говно. Все, давайте качнем перекачку, но все равно нужно фармить, фармить, фармить. Так, 150, 200, 300... Нет, не хватает маны, мало. Мало маны. Можно было уже понаглеть, но мы сейчас все сделаем, сейчас все организуем. Они могут прямо здесь стоять, на хэнграунде. 325. Да, долго мы будем бить крипа этого. Они прямо здесь могут стоять, много быстрее, братюня. Так, ну я думаю, сейчас мои друзья помогут мне в этом. Да? Ну давайте. Так, 1080. Как долго-то? Опа. На первом левеле ульта, она такая слабенькая еще. О! Красава, красава, просто красава. Просто красавица. Молодец. Ну, таких инвокеров я обожаю, я говорю. Просто великолепный инвокер. Просто сладкий. Два торнадо? Хорош, хорош, два торнадо. Все! В любом случае, давайте пробовать победить. Нельзя сдаваться. Деф и говно. Магина тоже, вы заметили. 1-5. Ну давайте попробуем, что у нас получится. Так, этих мразей я ставлю красные лампочки, чтобы я знал, что они нулевые. Чтобы потом репорты кинуть.
Делаем тогда теперь таким образом. Перекачиваемся сейчас полностью в это говно. То есть мы должны помогать нашей Тиме убивать. Ну давай, говно, я иду к тебе. Сейчас можешь меня убить сейчас? Жалко, что пуш ни разу хуком не попал за игру. Это вот самый большой минус. А, давайте сделаем пуджа. Сделаем это таким образом. Так, 526. Я смогу сделать тогда проказ, да? 200. Ну давай, говно. Ну давай, дура, подеремся. Пока! Ну, это вот начало клоунады. Вот такой вот. Такая у нас будет игра. Ну тогда дальше перекачаемся полностью. Сейчас в хп перекачиваемся. Нужно сейчас набирать хпшку. Набирать. Дальше пойдем с Энджес. Давай, братень. Все, отлично. 1800 хп. Нормально. Начало танкования пошло. Так, сейчас наши инвалиды будут четвером ломать один вард. Мы пока пойдем вниз. У нас будет, кстати, атака слабая, да, само собой. Поэтому я говорю, мы чисто будем танк. О, как вас здесь много. Пока, говно. Ага. Мы, видите, без... Это, без ульты сейчас были. Пошла отсюда, псина. Опа, 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 опа. Уходим, видали? Жив-здоров? Да-да, пример танкования пошел. Делаем копии, идем быстренько на базу, сейчас отхилимся. Мы кучу говна уже приняли на себя. Так, у нас уже как-то двое сдохли. Вы меня спросите, как они сдохли, да? Да, хрен его знает. Гляньте закуп пужа, гляньте. Тапок и вард, ну чмо. Просто кусок гноя, я так их называю. Кусок гноя. Кусок гноя. О, молодец. Красавчик. Ой, не успел, ладно. Это будет, я говорю, это будет очень быстрая игра, видимо. Очень быстрая. Здесь такой хорошенький сливчик идет. Ну давай, говно. Давайте, подеремся, давай. Так. Но она сдохнет, нет, когда-нибудь. Уходи, братюня, не успел, ладно. Да то нормально я голды поднял. Смотрите, 1900, просто с нуля поднял. 1900. Ну что ж, я думаю, вам будет интересна эта игра. Знаете почему? Я вам открою секрет, почему. Потому что мы выиграем. Поверьте, я знаю, что такое Dota. Я ее знаю очень хорошо. Дайте нам продержаться до 30 минуты, до 40. У нас очень сильные лейты. Мы выиграем 100%. Все. Я предсказал будущее. Так что все отлично. Хорошо, у нас появилась ульта второго левио. Качаем обязательно ульту. Потому что там увеличивается длительность. Ну и дальность тоже. Нам постоянно будет не хватать длительности. Вот теперь хорошо. Так, и опять второй скилл. Видите, они еще пишут. Скорее всего, наши радуются, да, там пишут, типа, вот вас обоссали. Но эти дауны, они не понимают одного, что им жопа полная. Они просто не смогут, да, просто продамажить меня, например, танка полностью. То есть, они смогут меня убить, при этом они абсолютно все свои скиллы будут на меня тратить одного. Так, мне нужен ты. Сейчас я буду их отвлекать. Давай, иди сюда, детка. Ты что, думаешь, такой крутой будешь соло стоять, да, говно? Нет, ты не будешь соло стоять, ты не будешь параша, ты не будешь соло стоять и фармить, говно. Давай, поиграем, трехсекундный стан, как тебе, говнище, а? А, чмо? Ну давай, 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 детка, давай, давай. Опа, и я ухожу. Как вам, а? Сколько я принял? Две ульты на себя принял и ульту Луны, ой, Лины принял. Кстати, еще заметьте, видели, сейчас хп отнялось, да, на базе? Когда вы вот так обратно уходите, всякие разные плюшки, они долетают до вас, тоже это учтите. То есть они будут так лететь всю карту и сюда прилетать. Ну что ж, веселимся. Так, надо нам... А, КД, к сожалению, не уменьшается. Всегда не хватает ульты, конечно, чтобы наглеть. 2200 у нас, ну, 2300 у нас хп. Пошел отсюда, мразь. Так, потихонечку фармим. Еще будем собирать кираску, да, нам... Видите, сколько у нас брони? Минус одна броня. Минус одна, поэтому я собрал первым артом Blade Mail.
Еще для того, чтобы впитывать в себя урон. Победа здесь стопроцентная. В первую очередь из-за пика. Ну, в вторую очередь, потому что они инвалиды. Видите, я могу делать даже репликацию от иллюзий. От любых иллюзий. Иллюзий даже врага могу. Давай, сдохло говно. Давай, давай, давай. Я готов принять. Пожалуйста, нет. О, пожалуйста, пощади. Пощади. Фукс. Морф, уходи. Самое главное, чтобы морф жил. Уходи, говно. Сейчас пока такая стадия игры. Пока нам тяжело играть. Мы будем вот так играть, таким образом, на полудефе. Ну давай, говнище. Опа. Come on, baby. Come on, baby. Пофарим потихонечку. Само собой, у нас атака говно, но ничего страшного. Пошла отсюда, псина. Просто как к псиной обращаемся с ней, и все. Смотрите, самое главное, что мы сейчас должны сделать. У нас есть два кэрри, да? Я знаю, что они обоссаны. Что у итемов-то вообще у них нету. Отлично. Ну-ка, молодец. Пойдем, пойдем. Давай, детка. Блин, маны нету, саны. Ну что ж такое? Ну давай, говно. Сделаешь мне свой скилл? Молодец. Пошла в жопу. Все, что мы сделаем таким образом? Я пойду на базу. Назад, назад, назад идем, дебилы. Назад. Ты жруха тупая, ты же инвалидка. Все, иду на базу и при этом... А, моя ЦМ-ка, нет, живи. Даун, наверное, думал, что она настоящая. Ну все, как я понял, чему эта донная, она сдохла? Один тапок, смотрите, один тапок. Как жалко, что у меня нету репортов. Как жалко. Я бы такой репортик бы накатал. Такой хороший репортик отбойный. Так, 2400 хп. Сейчас собираемся чисто в броню. Так, вот она, тварь у нас здесь фармит. А, еще и внизу фармит. Тритни этого ДЦПшника. 0.8 пудж. Господи, почему он живет в этом мире? Это чему, а? Муа! Ну-ка, смоем это говно. Пошли нахрен, твари. Так. Все, они к нам выдвигаются. Выдвигаются к нам. Поэтому нам нужно сейчас сделать репликацию. Но у нас КД. У нас КД. Не, мы все сделаем. Правда, этот инвалид собирает полный. Я не знаю, почему на 150-м левеле. Там больше 2000 игр. Мне такие нулевые выродки попадаются. Просто нулевые. Это чмо, сапог. 25-я минута, 0.8. Это кусок гноя. Смотри, что он собрал. Первым митом обоссанный Владмир. Молодец. Шанс на победу обеспечен. Я не знаю. Я не знаю, когда это починят сраные тупые валвы. В принципе, все знают, что валвы, да, это школьники 12-летние, это все знают, что там инвалиды криворукие написали программу. О, у него эго? Иди сюда. Ой, 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 пожалуйста, не надо. Пока. Гуф жив, здоров. У кого эго-то? Подождите, я не помню. Кстати, эта мразь сейчас будет нам пушить по боля, да, чмо гнойное. Ну да, да, чмошник, он это сможет, может. Пошла отсюда, мразь. Опа, ну давай, побей меня, чё. Я ему сейчас ничего не сделаю, да, я просто буду фармить потихонечку. Просто буду фармить. И чё? Ну давай, говно. И чё? У-у-у! Пока. А все наши чё, сдохли, что ли? Почему никто не помогает? Офигеть, мы игру уже проигрываем. Офигеть, кто бы подумал, а? На чмо, сдохни. Так, минусанули бомжиху. Офигеть, посмотрите на это чудо. Нам уже снесли низ весь. Нам снесли уже весь низ. Давай, тварь. Давай, теперь ты сдохнешь точно. Нормалек. Все, низа у нас нету. ГГВП. Но в любом случае, я не сдамся, мы можем выиграть. Просто тима абсолютно нулевая, но... Здесь есть я, в первую очередь, поэтому будем стараться
Сделаем все, что сможем. Давай, давай, давай. Все, отлично, у нас есть ульта. Не, вообще конченые. 27 минута уже отдали низ. А, ульты у нас нету, блин, ну ладно. Зато брони у нас уже 27. 27 брони. И опять они даже играют в крысу, прикиньте, доминируют и играют в крысу. Но это тёлки. Это тёлки. У них пиписька 5 сантиметров и похоже на влагалище. Это тёлочки играют, это все знают. Просто ссаные тёлки. Я не могу назвать их мужиками, конченые. Если ты доминируешь, ты хотя бы играй честно, а не как чмо, да? Здесь втихаря сноси низ. Не, мы не сдадимся, нет. Это будет еще одна игра, где сквозь пот и говно я вытаскиваю игру. Вытаскивают мои тиммейты. Ну и что ты чмо? Как тебя? Ну еще говна кусок, а? Ладно, давайте сделаем иллюзию на всякий случай. Отведем ее на базу. Эй, ты говнище. Видали? Никто даже не может продамажить. Давай, нет, живи! Нет, не успел. Ладно, такое тоже может быть, да. Очень много станов. Очень много. Ну, сколько я все дамаги впитал. Посмотрите. Здесь 260, 600, 700, 700. Надеюсь, это стоило того. Уходи, дебил. Чмо обоссанное. Что ты здесь делаешь, выродок? Нулевый. Ссаное гнойное чмо с Владмиром. Смотрите, он только пошел на базу. 150-й левел я играю. Почему валвы такие выродки нулевые? Вы мне скажите, почему? Это же чмо первый раз играет в доту, посмотрите на него. Да. Пуш делает вид, что он саппорт, он кусок чма. Он не саппорт, кусок чма. Ой, я думал, что у меня даггер. Ха, ладно. В любом случае, я не сдамся. Не сдамся. Они такие игры затаскивали. Самое главное, чтобы наши кэри фармили. Всякие магин. Ну, магин это вообще просто ДСП. Я надеюсь только на одного. Фантом Лансер, пожалуйста, давай, чувак. Давай, у тебя огромный потенциал. Огромный потенциал. Сейчас опять, да, в меня все скиллы кинут, чмошники. Да пошла нахрен, дура. Пока. Вот таким вот образом это чмо просрало ульту, впитав всего лишь 50 дамаги. Вот так вот. Нужно проносить, иначе что-нибудь придумать. 310 маны, мало-мало. На тебе в рот! Кусок блювоты! Кстати, у них уже у всех даггеры. По-моему, еще расстояние. Да, видите, расстояние увеличивается. А, хорош, 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 хорош. Неплохо, неплохо. Ну, как рак. Все мимо. Ну, неплохо. Не знаю, на что он надеялся. Хотя, если бы она сделала по таймингу, все было бы нормально. Но там тайминг получается нулевый. Инвалид! Чмо! Чмошник! Ты сдох, да? Не, смотрите, пока живая тварь. Тогда я иду дальше проносить. Проносить. Давайте мне репликацию, мужики. Я пошел проносить соло. Соло. Здесь играет... У нас играют в тиме два человека. Фантом и я. Все. Остальные просто нулевые. Бесполезные. Бесполезные куски говна. Видите, я могу еще фармить, смотрите. О, фри фарм вообще прет. Ой, я забыл убить крипа, ладно. Давай, братюня, давай. Так, 18 секунд. Самое главное, да? Не упустить тайминг, самое главное. Давай, самое главное пропушить еще. Пока они там фидят, мы будем пушить. Ну, что, нету? Успел, прикиньте, на последней секунде успел. Ха-ха-ха-ха. Последняя секунда была. Таким
образом потихонечку мы пушим и фармим на кирасу. С кирасой, конечно, будет получше уже. Ну опять, смотрите, эти твари, они сейчас будут со всех сторон, просто со всех сторон в крысочку играть. Ну нулевые, четко, просто нулевые абсолютно. Нам бы сейчас убить это говно и все, и проблем не будет. Так, давай, братюня, сразу на отводик делаем. И все, теперь я, в принципе, бессмертный практически. Ну практически, конечно, убить можно любого персонажа в игре. Но меня сейчас будет очень сложно убивать. Немножечко давать. Так у них уже супер крипы. Блин, у нас. Печаль, печаль, беда. Не супер крипы, в смысле мега крипы. Это печаль, беда. Играем от дефа. Как написать, чтобы мы играли от дефа? Подождите. Состояние. Во, под башню получится. Почему-то не меняет. А, меняет, смотрите. Во, под башню. Под башню, под башню. Чмо. Красава. А что мы ему сделаем-то? Что мы ему сделаем? Ну давай, говно, давай. Ну я говорю, мы ему ничего сейчас не сделаем, абсолютно ничего. Давай, давай, детка, давай. Пошла отсюда, мразь. Бичевка ссаная. Ну давай. Ну. Давай, живи, детка, живи. Фух, отлично, отлично. Теперь самое главное, дефай, дефаем базу. Вы видели, да? Вы видели, все. Дефаем базу, твари. Я опять соло должен играть все игры. Ах, был напряженный момент. Так, у нас есть уже 2700, отлично. Нам сейчас... О, дешевле стало, он стоил 200 раньше. Теперь самое главное, задефать, задефать. Давай, чувак, давай. Как ульты не хватает, а? Опять же, мы можем использовать репликации, чтобы копировать врага сильного, да? Ну и чтобы он сам себя дамажил таким образом. Там еще мипа так нафидели. Вот так мипа нафидели. Это просто забей. Ну и чё? О! Отлично, молодец, минус один. Так, давайте, давайте, тянем, тянем. Все, делаем иллюзию, я пошел в магазин. Я пошел в магазин, чуваки. Вы не против, да, я думаю? Ну, я пойду прогуляюсь. Ладно, ты меня просто не трогай, чувак. Я хочу купить там что-нибудь полезное, подождите. Видели, просто прошли. Просто взяли, прошли. Они уже не знают, что делать с нами. Они просто уже не знают. Не знают. Ох, все, кираска-то у меня уже есть. Давай, детка, пошли, 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 пошли. Давай. Давай, чмо. Ну давай, давай, говно. Кираса у меня есть. Так, вот это говно должно сдохнуть, отлично. Нормально. Минус 3. Изи-призи. А я говорил, надежда на наших кэрри. В первую очередь на Фантома. Фантом сделал минус 3. Мы также танкуем, делаем нереально огромный вклад. Будем впитывать в себя все больше и больше. Также у нас уже есть кираса, которая помогает всей нашей тиме и вредит всем нашим врагам. А, я забыл, блин, я забыл один итем собрать. А я думаю, что же я так впитываю? После бэдмейла нужно было собирать ВГ. Именно ВГ, да. Ну что я забыл. Именно ВГ, ВГ, ВГ. Потому что он помогать нам будет очень хорошо. Ну давайте, под башню, под башню. Пойдемте потанкуем немножечко. Ну давай, говно. Ох ты, какая крутая. Давай, давай. Ну бейте, бейте.
Кого они вообще бьют, я не понимаю. Кого они бьют? Ну! Ну давай же, ну! Ну господи, нормально! Да где я? Во, все. А, я один остался, прикиньте. Это жопа полная, все. ГГВП. Давайте. Полная жопа, полная. Я иду к вам в гости, мои друзья. Мои друзья. Давай, давай, давай. Опа. Так, минусанули бомжа. И теперь эту тварь. Нету. Ну ладно, пошла в жопу. Фух, ладно, пока живы-здоровы. Хоть Тима выкупилась, это уже хорошо. Давай. Чмошники, как же ему больно-то, а? Ох, все, пробили меня. Ну это все, это жопа. Хотя есть выкуп. А что мы сделаем вдвоем? Что мы вдвоем сделаем? Давайте, давайте, мужики, играем до конца. Давай, говно. Давай, давай, параша, ну. Смотрите, как он меня долго бьет. Так, минус нули, говно, давай. Давай, говнище, давай. Опа, все, минус все. Заметьте, да? Мы делаем самый огромный вклад, при этом мы киллы не получаем. Я уже говорил, почему это. У меня 2700. Было, по-моему, 600, когда я сделал выкуп. Я еще даже деньги почти не получил. Смотрите, у меня это, не стоят деньги. Эх. Хоть мы киллы не получаем, но все равно самое главное это победить. Я уже говорю, что мы не кэри, поэтому нам киллы, в принципе, не важны. Мы сейчас пойдем и купим себе ВГ. Да, и будем еще жирнее. У нас еще вон. У нас уже 3400. Вы видели, как она долго меня била? Вы видели? Это только начало. Это только начало сумасшествия. О, мой ТП. Спасибо. 3600 хп. Самое главное, давайте, мужики, давайте. Нам как-нибудь мипа бы убивать, собирайте что-нибудь полезное. Перекачиваемся дальше. 3800 сейчас будет, да? Ну, почти. Да, 3800 хп. 3800 санных хп. Так, а что нам покупать дальше? А я что-то не думал об этом. Что-то мы уже все собрали. 40-я минута. Нам бы убивать мипа. В любом случае, мы не будем собирать на дамаг. Можно собрать БКБ. Давайте соберем БКБ. Кстати, отличный вариант. Будем впитывать в себя очень много урона. Самое главное, нам нужен этот, ТПшка. ТПшка, ТПшка. 3800 хп. 3800. При том, что у нас есть танк трехсекундный, у нас есть волна. Давай, я иду танковать. Убиваем мипа, все, ГГВП. Ой, к вам идут, к вам все идут. Ох, как вы зря этого пошли. Ой, как зря, дауны. Ну давай, говно, давай. А, тихо, тихо, тихо. Давай, давай. А, нет, 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 нет. Живи, живи. Нет, нет, к сожалению, они... Ну, давай, пожалуйста. Нет. А-а-а! Зато как танканул-то, вы посмотрите. Чё, минус все? Ну, давай, бейте, бейте эту дуру. Смотрите. О, сколько говна на себя принял. 3500 хп. Минус 4. Вы чуете, да, запашок? А, 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 а? Какие-то перевороты начали происходить, да? Меня сейчас убили, потому что была моя ошибка. Я сделал репликацию, видите, они начали ее бить. И в итоге сломали репликацию. Так бы я 100% бы выжил. Ну, у нас стата 7615, понимаете? Это нормальная стата, это довольно хорошая стата именно за танка. За танка, который в первую очередь должен отдаваться. Давайте, мужики. Еще раз говорю, не сдаемся, не сдаемся. Я не верю в Магину вообще, но я верю в Фантому Лансера. Самый лучший скилл против крипов, сжигание маны. Сколько вы видите, посмотрите только, 3500, потом 2700. Сами эти цифры, мы впитали 500, 600, 700.
Лучше говоря, 3900 урона. Почти 4000 урона. 4000 урона вошло только в нашего героя. Вы понимаете эти цифры? Почуйте. 4000 урона. Уходи, уходи, уходи. Ты инвиз вообще делать умеешь, чувак? О, сделай инвиз, уходи. У них по-любому нету пыли, я уверен. Просто уйди, чмо. Не нужно, как всегда, идти и фидить. Все, 3800. Давайте купим. Пойдем все же в БКБ, да, пойдем, чтобы, например, выходить всяких сеток и так далее. 4000 хп. А можно было, знаете, куда в Тараску пойти? Подождите, в Тараску можно было? Или опять бутстоны? Назад, назад, говно! Ты играешь в Магины, ты сможешь хоть раз не подохнуть? Нет, не сможет. Просто чмо. Просто ДЦП. Ну, нулевый, сами видели, это просто нулевое говно. Бесполезный кусок дерьма. Кусок дерьма. Опять этот дебил Рошана убил. О, прикиньте, если я еще попробовал сломать бы его. А, подобрала, да? Ну давай, побей меня. Пока. Назад, инвалид! Что ты делаешь? А, понятно, ты сдох. Ясно. Минус одно чмо. Назад, под башню, дауны, под башню. Молодец. Ну, чмо. Я говорю, я таких называю просто чмом. Фантом, где ты? Давай, помогай, помогай нам. Пошла отсюда, псина. Под башню, давайте, мужики. У меня опять нету репликации, к сожалению. Пошла отсюда, мразь. Ну давай, говно, пошли, подеремся. Чё, будет у меня убивать? Ну! Да, давай, больше, 4к хп. О, как здесь больно. Ну что ж ты стоишь-то, даун? Почему ты стоишь на одном месте? Все, мне жопа, мне жопа. Ну, я сделал все, что мог, понимаете? Все, что мог. Эта тварь просто стоит на одном месте, инвалид кусок. Просто нулевая, Тима, забейте. 4.13, 4.15. Просто нулевая, Тима. Нулевая. Нулевая. Просто нулевая. Этот выродок, у которого Тараска, он просто стоял. Он просто стоял. Хук, вы видели хук? Да. Просто забейте. Ну что ж, минус вторая сторона. Эти дауны, они почему-то по одному тоберу сносят. Ой! Донная Шмара убила кого-то. Оху! Донная Шмара, у которой манта и Тараска кого-то убила. Я бы ему репорт кинул. По-любому кинул, потому что он нулевый, понимаете? Он нулевый. За такого героя он 45 минут просто по Швеашвили делает. Нулевый абсолютно. Сейчас был такой идеальный замес, где он мог всех убить. Он мог убить всех с такими итемами. В итоге меня били полчаса, отнимали 4000 хп. Да, инвалиды они были в Тиме, всегда будут, я уже говорил. Во всех играх, посмотрите все мои летсплеи, везде играют саные инвалиды. У которых отрубило руки и инвалидность в первой степени у них. Но в любом случае, я не буду сдаваться в любом раскладе. Мы убили Мипа, да? По-моему, а Еги самое главное, что мы выбили. И все, больше ничего не надо. Так, 3800. 3800. Ну чё, давайте пришли. Не надо, пожалуйста, пощади, пощади. Сало. Кстати, долгое сало на меня кинули. Назад, даун, назад. Куда вы идете? Чё вы такие тупые? Под вышку, под вышку. Видали, плюха долетела? Под вышку, под вышку, под башню, под башню. Мы
Будем говорить много раз, потому что только с одного раза доходит до человека. А до ДЦП доходит с 40-го раза. Давайте. Давайте, говори 40 раз. Ну что ж, игра, видите, плотная, заметьте. Ничего здесь простого нету вообще. Плотная игра, плотная. Смотри, что сейчас буду делать. Смотри, какая тварь наглая. Ну давай, говно, подеремся. Давай, не убивайте моего этого. Ну ты куда, говно? Ты куда? Ты куда? Пошли! Ты куда? Братюня, ты куда? Нет, ты не будешь ТП делать. Все только начинается для тебя, ты сдохнешь. Еще одну вышку снесли. Давай, давай, давай. Нет, надеялась добить вышку. Пока, говно. Времени, говорит, нету. Да срать на тебя хотели. Пошли. Проблема только с одним, что маны нету. Ну ладно. Что-нибудь придумаем. Хотя, смотрите. А, да, маны вообще ноль. Вы видели, да? Мипа просто не мог меня убить. Он просто не может. Он нулевый. Нулевый. Эх, мало, мало маны. Мало. Мы даже не принесем ни одного лайна. Дай же мне ману. Так, сейчас я когда сделаю ульту и пойду. Потом вернусь. Давай, давай, давай. 4, 3, 2, 1. Интересно, а моя эта репликация, она будет создавать иллюзию? Вот она. Давай, детка, давай. Давай, бей, бей. Че ты ходишь? Кусок дерьма. Давай, давай, давай. Скоро морф вернется. Бей до конца. Далее я репликацию убиваю. Нет, нет, живи, живи. Убили репликацию, твари. О, там был выкуп, прикиньте. Ха! Вы видели, когда убили репликацию, там было написано выкуп, короче, я мог выкупиться за нее. Мы тоже почему-то сносим по одной вышке. Вообще, в идеале нужно их разбирать и не допускать... Блин, нельзя так. Надо, короче, ТП покупать. Нельзя допускать их до базы. Нельзя. Нам просто могут две казармы снести за пару секунд и все. Пошли, пошли, пошли. Надо их убивать. Надо выцеплять. Другого варианта больше нет. Надо выцеплять. Так, ты мне, говно, нужно. Подожди. Ты мне нужно. Пошли. А теперь USGO закончим дело. Мы не должны стоять. Вошли. Пошли, 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 дауны. Чё вы стоите, конченые? Ну давай, сюда тогда пойдем. Ну давай, говно. Так, ну-ка, одну шмару, давай, давай, поехали. Минус одна шмара. Теперь минус вторая шмара, изи бризи. Идем сюда по миду, пошли. Единственная проблема, да, что они потихонечку все же сносят. Я иду к вам, я иду. Там еще мипа, вот эта вот жопа, ТП. ТП нужно мне, блин. Ладно, тогда я сделаю, попробую иллюзию. Мипа идет, нет, 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 назад, назад, мы не... Давай тогда я на базу иду. Как же я буду долго идти? Что ты делаешь, дебил? Что ты, саная ДЦП, делаешь? Ты мне объясни, что ты делаешь, даун? Прикиньте, в его маленьком мозгу миллиметровом не хватает ума, что мипа пойдет на базу сносить. Давай, давай, детка. Давай. Ну, прыгнешь ты уже. Пока, говно. Пиши письма. Так, стой. Я делаю иллюзию и идем сносить. Изи бризи, изи бризи, лай 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 лай. Так, скоро у нас будет БКБ.
Это нам мне пригодится. Давай заберем. Уходи, уходи, уходи. Хотя я иду, чувак. Я иду к тебе. Вы видите, да? А как эта тварь долго ссала, фантомка? Могли бы уже давно снести это говно. Вот я вам показал пример игры. Пошел отсюда, мразь. Сдохни, чмо. Ну чё, изи-бризи, да? Ну вот пример игры за морфа танка. Я ещё могу еще перекачаться в силу. У нас вот 400 хп. Можно было собрать Тараску дальше. Вы видели, да? Что чисто мы затащили в первую очередь, впитая в себя кучу говна. Кучу говна впитывали. И все, и в итоге изи-бризи. Вот так вот. Ближайшие 24. Ну все, всем спасибо за просмотр. Еще раз говорю, это была нестандартная раскачка Итом билды. Сам придумал ее, вот показал вам реализацию. Но лучше всего используйте именно играя с друзьями по скайпу. Чтобы ваши друзья брали сильных кэрри, а вы будете именно танковать, принимать весь урон. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока.